Mick! Yerku! Mick! Yerku! Mick! Yerku! Вы догадываетесь, если фильм называется «Мужчины», то и главным действующим лицом, естественно, будет женщина. Однако куда нам торопиться? Фильм назван «Мужчины», и с этим не считаться нельзя. В Армении мужчин много, и сегодня это уже ни для кого не секрет. Мы же расскажем только о четырех. Итак, первый из них – Вазген. Вазген, эрекунорой, вай, Вазген, джани, дмерли, дигран, джан. Вазген, джан, шут, шут, джурик, сари, эрекунорой, шут, арас. Лав, вау, нецу. Эрика. Айза, най, эй, мальду, хапи. Хапу, мэм, давай, эйза, най. Го! Вазген никогда не замыкается в кругу собственных интересов. Что бы спорного ни случилось в нашем городе, последнее слово за ним. Ибо мудрость и справедливость этого человека прямо пропорциональны уважению, которое он, Вазген, снискал во всех слоях городского населения. «Надо подумать», — сказал Вазген. «Согласитесь, удивительно просто и мудро, и всем вокруг сразу становится легко». Сако. Нет-нет, он не живописец, но он знает жизнь. Очевидно, тяга к прекрасному слишком долго ютилась в самых укромных уголках его сложной души и только теперь вырвалась наружу с какой-то неистовой силой.
Если и сегодня Сокой иногда прохаживается по переулкам, которые еще не очень хорошо освещены, то поверьте, только для того, чтобы еще раз осознать, как далек он теперь от всего этого. Правда, некоторые встречные и сегодня вздрагивают на мгновение. Это только на мгновение. Сако! Сакуна! Баре! Баре, Сако-чан! Монсес! Ари, мотари! Такуйне, энгелюхис! Такуй-чан, Сакуне, энгелес! Слесен, Сако-чан! Уши тун энгелюм! Слесен, Афер-чан! Онч вахенал, энгелюс! Шаты зурес вахену, мэн канари тарай! Весь город знает, что у Сако железная воля. Сурен. Сурен-джан. Да. При всех наших горячих симпатиях к этому мужчине, мудрым назвать его трудно. Более того, просто невозможно. И если город считает, что у Сурена ветер в голове, то в известной мере это справедливо. Это торт. Не просто торт. Это торт, изготовленный фабрикой, которой многие годы, очень многие годы, руководит младший брат Сурена, Ромео. Это жена Ромео, Медея. А это их сын, Гамлет, мама Сурена. На первый взгляд, все в ее жизни сложилось прекрасно. Но это не так. Затянувшееся холостячество Сурена делает и торт не сладким, и музыку немилой. Дед Сурена, Хамазасп. Говорят, он водил первый автомобиль в нашем городе. Отец Сурена – Вартан. Говорят, на своей полуторке дошел до Берлина и на одной из фронтовых дорог подвез маршала Баграмяна. Говорят. Старая Вартануш отлично знает, откуда у Сурена в голове ветер. Это только он не знает. В сельскохозяйственном институте на заочном отделении учится приехавший к нам в город из деревни Хаштарак самый молодой из наших четырех мужчин – Арам. Работает Арам в третьем таксомоторном парке, где и нашел привязанность, истинное дружественное участие, даже опеку остальных трех. Обратите внимание на этот взгляд. Это не врожденное, это благоприобретенное. Сравнительно недавно. Первое. Ошеломляющее чувство, обрушившись на Арама, сделало этот взгляд именно таким. Карине, дочь уважаемого в городе ученого Самбата Аракеловича Калашьяна, не знала об этом ни сном, ни духом. А из всех достойных подражания качеств настоящего мужчины, Арам обладает самым благородным. Он не болтлив. Великое множество самых невероятных случаев, при которых он мог бы познакомиться с Карине, теснилось в его воображении. Но ни одному из них не суждено было материализоваться, ибо был он чертовски, извините, нерешителен. Этот древний танец называется кёчари. Главные особенности. Его танцуют, как правило, только мужчины. Женщины заняты по хозяйству. И так танцуют его мужчины, крепко взявшись за руки и тесно прижав плечо к плечу. Кёчари будет в дальнейшем отмечать главы нашего повествования. Et ensuite, nous devons partir au Madetan. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Venez, Yvette, Yvette. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est ça, on vient. Dépêchez-vous, je vous dis alors. Dépêchez-vous. Его зовут нормальным армянским именем Левон. Это часы Левона. Они показывают не только время дня, число, день недели, месяц, год, но и среднюю температуру на Солярисе, и, что самое важное, направление и скорость дрейфующих айсбергов.
How do you choose names for your streets? Very simple. Usually famous composers, poets. But what about revolutionaries? Chuyev, he's a well-known revolutionary. Russian? Why do you think so? It doesn't depend on the nationality or geographical position, you see? Работа Левона сложна и ответственна. Сложность заключается в том, что постоянно он должен делать вид, что дотошное любопытство туристов доставляет ему истинное удовольствие. А ответственность в том, что он ни на минуту не имеет права забывать, что перед ним чуждый Запад, за ним родная Армения. Los amigos, madame, monsieur, you see the sculpture of David of Sassoon, the hero of the national legend. Pay attention here, how much expression on it. Так, что же еще? Ах да, к нашей истории Левон никакого, почти никакого отношения не имеет, и это дает нам право решительно вернуться к нашим героям, которые сегодня абонированы им туристам. В маршруте этой группы улица, по которой мы сейчас едем, не значилась. Это личная инициатива Возгена. Мудрые его мысли все время бродили вокруг нерешенной проблемы его юного коллеги. Да, именно в этом доме живет Корене. I told you, the lunch will be at 2 o'clock. At 2 o'clock, sure. I'm very late, you see. I'm sorry. Mademoiselle, en elle est là-dessus. Ciao. Carrie, ça s'appelle au Knellem. Ah, c'est la délégation française. Oh, Chantagelle. Pardon, monsieur, vous permettez une photo comme souvenir? Ah, photo. Carrie, nous sommes de Carrel. C'est une nouvelle. Оказывается, они знакомы. Momento. C'est maman. C'est bon, maman. Un armari, le bon, un armari. Oh. C'est maman, c'est Carrie. Oui, attention. Oh, drivers. We should call them here. Ah, bah non, il faut. Mademoiselle, appelez voiture, s'il vous plaît. Monsieur, je vous prie. Allons faire les choses. Une seule fois. Je vous enverrai la photo. Vite. Oh, please, like this. Is this okay? Старшина Саакян, как, впрочем, и все сотрудники автоинспекции нашего города, не только отличный специалист, но и широко образованный человек. Это Морган. Слыхали? Ай, мой дюля! С маленьким братцем Корене нам еще придется иметь дело. Пардон, ни сам зубной врач Казарян, ни его супруга даже не подозревают, какие удивительные неожиданности их ждут впереди. Thank you.
минуточку. Мне кажется, что в светлой главе Вазгена рождается нечто спасительное. Мне даже показалось, что этот человек сейчас произнесет свое знаменитое «надо подумать», которое означает, что все им уже давно придумано. Так и есть. Все, оказывается, можно решить так просто. Надо делать то, что в свое время сделал отец Вазгена. Свататься. У Арама нет отца, есть мать. Она пойдет к Калашьяну, так и так, Сумбат Аракелович. Вот мой Арам, вот твоя Корене, и давай станем родственниками. С этим они и шли в родную деревню Арама, Хаштарак. Это Ануш, соседка Арама. Как они быстро растут, соседские девочки. Бабушка Нуне, она печет лаваш. Брата Ануш зовут Джеймс. Как видите, и сюда проникли новые веяния. Вам никогда не приходилось сидеть за кавказским столом? Нет еще? Значит, вам еще предстоит испытать изумление по поводу ваших собственных достоинств, о которых вы и не подозревали. Настоящий тамада непременно отметит самое потаенное и самые прекрасные стороны вашей души, несмотря на то, что видит вас впервые. Ажагнер ми версере креснен? Сакучали, Де инчасен. Паров хазар парьек. И хотя в стаканах искрится отменное виноградное вино,
сказано за столом будет значительно больше, чем выпито. Кто знает, может быть, именно поэтому в Армении нет вытрезвителей. Кто знает. Так, сейчас, мне кажется, Вазген найдет самую подходящую минуту, чтобы изложить маме Арама всю значительность надвигающихся событий. Арам, кокин атурка, дека танусча, динадности Арам кокин. Ануш, сядь рядом с Арамом. Стойте, стойте. Что же это получается? Оказывается, у мамы на этот счет свои виды. Да, согласитесь, такого обстоятельства Вазген предвидеть не мог. Ай-яй-яй-яй-яй. Однако отказаться от идеи сватовства Вазген не мог, так как Арам ни о ком, кроме Корине, и слушать не хотел. Безвыходных ситуаций для Вазгена не существует. Сватать будет дядя, дядей назначен Сурен. Калашян. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Калашян. Да, но... Это вам. Не понимаю. Здесь фотодокументы. Мне необходимо говорить с вами. Дет-а-тет. Прошу, прошу. Пожалуйста. Благодарю. Ничего не понимаю. Эй! Товарищ! Меня зовут Сурен. Сурен умеет произвести впечатление даже и на профессора, черт возьми. Хотя изъясняться по-русски ему гораздо сложнее, чем на родном. Это моя жена Кира. Здрасте. Очень приятно, Ходите. Сурен. О, как у вас здесь даже очень хорошо. Садитесь, пожалуйста. Спасибо большое, и вы садитесь. Итак... Да, я сказал, что здесь фотодокументы. Вот смотрите, за Вазгеном стоит мой племянник Арам. Так, так, понимаю, Арам. А здесь написано, на память Корине от Арама. Понимаю, от Арама. Арам никого так не любит, как вашу дочь. Человек он скромный, среднего роста. Среднего? Любопытно. Учится в институте. А кто родители? Из деревни. Думаю, что... А вы не знаете сегодняшней деревни. И, в конце концов, какое имеет значение, откуда родом его родители? Да, но... Учтите, Арам способен на все. Раз, два, три, четыре, пять и... Нет человека, вас будет мучать совесть всю жизнь, Калаша. Я отсюда никуда не уйду, пока вы не дадите свое согласие. Никуда.
Да, он мой племянник. Но раз без отца, я ему был и отцом, и братом, и дядей, и другом. Ну что ж, рад был с вами познакомиться. Я тоже. Извините, я переоденусь. Располагайтесь. Очень милый человек. Барихирико, иманунне сюзи. Свен. Сюзи. Рози. Инча. Барим дескери, иманунне сильбар. Барим. Иман бар. Медея. Барим. Офелия. Извините, дорогой Сурен, я немного задержался. Садитесь. Столько близнецов под одной крышей. Да, профессура это все же профессура. Ваше здоровье. Спасибо. Угощайтесь. Угощаюсь. Пожалуйста. Спасибо. Скоро Карина придет. Это хорошо. Очень хорошо. Бердис. Моя старшая дочь Дездемона. Удивление Сурена настолько искренне, что незаметно для себя он перешел на армянский. Уреман хайрен хосумек. Хосумек ин царсуна те хайрен хосумек ин зярсту. И где я цием? Nevecek? Tutmek! Evet. Tutmek! Այսօր մեր տան մեծ իրադարձություն է, մեր սիրելի Կարինեն ամուսնանում է, մեզ մտիր Կարինե։ Բախտավոր լինես աղջիկ ջան, աստված քեզ է։ Քո փեսացուի հորեղ պայրը, Сурен. Эта Карине тоже хороша. И на его Сурена вкус, быть может, даже лучше той. Ох, если бы не упрямство этого Арама. Оствацкий зет. Карине, гинак парелу. Кезич, патаэцкий. Фохана кураханас дулаца с ним. Хаскана дие. Амус нануне Карине. Бать месет манумен сюзин, розин, офелиан, медеян, сирварта, алварта, дездемонан, Гаянен, Нумен, Навинен, Маргаритам, Эльзам, Зеретам.
Карине джан, шат урахем бурамуснанумес. Бахтавор линес. Об отступлении не могло быть и речи. Барвидис. Барвидис. Բարև, դու Կարինեի մայրն եք։ Այո։ Ես Սուրենն եմ։ Ինչ եք անում։ Սաց ես։ Շնորհակալություն։ Այս նկարում Վազգենի Կողքին կանգնած է Արամը։ Ես ես պետք է գաղտնի խոսեմ։ Տետատետ։ Տետատետ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ինչ Սուրեն։ Ինչ Սուրեն։ Ա, ինչ եք անում։ Ես մի քիչ ուզված եմ։ Ես չեմ գնա մինչև համաձայնություն չտաք։ Առանց այն մեծացած տղայ։ Հանգստացեք։ Այ, այ, այ։ Честно говоря, Вазген уже был близок к тому, чтобы отказаться от этого дела. Бочинч. Кансты. Арам? Но во взгляде Арама было столько мольбы и надежды. И Арам понял, что Вазгена осенила новая идея. Идея проста, не правда ли? Итак, приступим к ее реализации. Все складывается как нельзя лучше. Снимай табличку, Арам. Быстро. Так. Асадзек хантрем ду казатек? Ну, отвечай, да, я свободен. Арам, ну, что же ты молчишь? Ну, Арам, Арам! Нет, это непостижимо.
Я сейчас оцелую. Урекинстон. Было бы заблуждением считать, будто наши мужчины никогда не расставались. Во-первых, их разлучали пассажиры, которые указывали самые разные маршруты. Потом у каждого были и свои заботы, все это так. Но друзья никогда не упускали случай быть вместе. А стоило им только собраться, как вновь возникала эта неотложная задача. Как помочь Араму? Thank you.
действительно. Придумано здорово. Вариант беспроигрышный. Но даже ради друга Сако не соглашался на роль хулигана. Это, в общем, понятно. Сурен, конечно, готов на что угодно, однако это, в общем, тоже понятно. Да. Свистеть, к сожалению, Вазген не умел. Корене, к сожалению, не испугалась. Эй! Малыш не заплакал. Нет, это чем? А вот кис, бабурачкин копнешь. А левый скуэта ведь манга батыс чем га, кис вряв очень чёрт. Да, да. Бежать ей трудно. Вазгену тоже. У него неважная кардиограмма. К сожалению, повышенная душевная возбудимость влюбленного тоже не была учтена Вазгеном. Окнецек, это по-армянски «помогите». Ай-яй-яй! Я с Сирумом, по-армянски, я люблю тебя.
Карине. 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 Суре. Потацили пытки. Ни о каком сватовстве, знакомстве, ни о какой, конечно, взаимности Арам уже и не мечтал. Единственное, что могло бы скрасить его существование, это возможность видеть Карине. Видеть. Неужели и это невозможно? Амвел, барсатир берет. Амбох чёра бакумет. Кесечен, амичапет барсатир. Тес теумет наман. Чем узум? Пахумем. Икич хавам гам. Спаси. Спаси. Чуть барсатир тут. Кезе масум. Лосуме самвел. Воцели сбужелан на лиле. Хавадацагин порцин. Зер ачатам. Самвел. Айтага тес тенчез наман тунари. Верчин анкам им кез асум барсатир берет. Асацек. Лале, лале. Шат ватич, аку ме адамы петки херацнел. Дзер, чкуцу. Потацели петки. Подумать надо. Дальнейшая картина представлялась Вазгену совершенно ясно. Карина непременно заметит этот печальный взгляд. Заметит. А уж когда заметит, обязательно оценит. Ну а как поселить Арама в квартире зубного врача, для Вазгена это, конечно, не представляло особого труда. What is this? Mother? Listen, man. Кири, чичаначе сир кири. Дей харке, я шатем похвел. Шат. Ахар дуе не стерацел. Майрика хэнц эспесел на калагру мерке. Хэнц эспес. Матек. Расчет Вазгена был прост и безошибочен. Какой армянин не окажет гостеприимство родственнику, если тот назвался таковым? Са майрикиц. Майрикиц. Шут-шут. Скоро придет жена. Быть может, это ее родственники. Пришла жена. Она честно пыталась узнать этих родственников.
Не знает. Не помнит. Нет. Разговор не очень клеился. А молчание становилось тягостным. Артелика какаче, каминзана, зана. Имя на капутаче, каминзана, чермак душет, бана. Инчанем вурканачем, каминзана, зана. Зорги шель ярко канче, каминзана, чермак душет, бана. Ахчи мазере тухе, ашухе екел мир майлен, анцарачкере тухе, арм яри сер там яйлен, кананчелен артеле, ашухе екел мир майлен, таза целен дарделес. Арнем ярисер, там яйлер. Бутал, бутал, сталан амман, покин джигялас, талан. Salagan atsisins kari aman butal butales talan sernits varetsen tari aman pokin jigyaras talan achi mazere tuche aman butal butales talan achi serteri borskan aman Арнем дарнаше хоскан. Де? Жаманак. А, гнуме сартен. Шат урахем кесет сантанам. Стесюн, Керри. Стесюн. Хаджагутюн. Хаджагутюн. Всего хорошего, молодой человек. Спасибо за все, дядя. За все спасибо. Не грусти, брат. У дяди тебе будет хорошо. До свидания, тетя. Пронт. Очень. Я все расскажу маме. Все. Аменич. Майрикин. До поздней ночи супруги Казаряны листали семейные альбомы, пытаясь отыскать это звено в бесконечной цепи фамильного родства. Безуспешно. Урок утренней гимнастики для школьников проводит Саша Прокопенко. Неужели нельзя сушить белье где-нибудь в другом месте?
Сурен? Сурен, я не шла его резко. Как хорошо, что я встретил тебя, Сурен. Поздравь меня, друг. Я женюсь. Только не спрашивай, кто она, откуда. Не спрашивай. Это не девушка. Это легенда. Вазген, дорогой мой Вазген, иди к нам. Только не спрашивай, кто она. Нет, нет, не спрашивай. Душа поет. Давайте петь вместе. Только тихо, не надо будить город. Сакоджа. Поздравь меня, я женюсь, только не спрашивай, кто она. Ай-яй-яй! Теперь приготовьтесь к самому печальному месту в нашем рассказе. Вы помните Левона, ну того, гида? Левона, который к нашей истории никакого, почти никакого отношения не имеет. Конечно, выпал снег. Такого раннего снега старожилы не запомнят. Синоптики, как водится, объясняли это редкое явление циклонами и антициклонами, столкновениями каких-то там холодных и теплых масс где-то там, над морем Лаптевых. Мы-то с вами знаем, от чего снег выпал именно сегодня. Thank you.
Арам, ну как? Все хорошо, наконец, Арам? Сегодня он не мог им сказать правды. Столько сделали они для него.